вопрос у меня на сегодня по новогоднему ретриту. По новогоднему ретриту, когда он будет, где он будет, где смотреть анонс. Я могу сказать, что, наверное, мы на следующей неделе будем вообще что-то искать. Если есть у кого-то предложение, кто может где-то в Краснодарском крае предложить свои места для проведения этого ретрита, то мы, конечно, с удовольствием рассмотрим, вот, потому что уже люди собираются из Екатеринбурга, девчонки собираются всеми семьями ехать. И из Сургута лететь, ну, то есть абсолютно с разных уголков земли, и это классно, если не будет у нас ничего закрыто. Вот, поэтому, если есть у кого-то предложение, то с удовольствием рассмотрим, и, конечно же, когда будем определяться, когда уже определимся, сделаем анонс, то он будет и на Автополстаре, и в школе автономии, и у меня на страничке, и у Римы на страничке, и у Насти на страничке. Где только можно, везде сделаем анонс, только нужно, конечно же, определиться, потому что определять, конечно, ценовой критерий, чтобы максимально много людей могли приехать, потому что у многих есть желания, но не финансовые. Поэтому будем, конечно, в первую очередь отталкиваться от этого. Вот. Если у кого-то есть предложение, то мы, конечно, с огромным удовольствием это все рассмотрим. Итак, устраиваем кастинг. Желающие принять людей, которые в автономии могут только сделать лучше ваше пространство и окружающую территорию, просьба писать нам. Пишите по любым контактам, выходите через кого хотите по контактам и давайте о себе знать, друзья. Если так, то мы, наверное, ретрит делаем до Нового года или в январе свет? Вот, наверное, да. Будем смотреть от предложений, потому что сначала планировали вообще сделать в новогодние каникулы, но я так понимаю, что новогодние каникулы это будут просто неподъемные суммы, поэтому либо до, либо после. Но если будут предложения, то, конечно же, мы рассмотрим предложения и до, и после, а там уже будем смотреть, что вообще. Хотелось бы, чтобы поступили предложения, конечно. Вот. А если нет, то, ну, не знаю как, либо до, либо после. Вот тут пишут у нас девчонки, Леночка пишет, давайте потусим 31-го. Конечно, хорошо бы действительно вот такой какой-то рубеж, который у нас привыкли календарным, вот этим календарными датами обозначать, конечно бы хорошо его, так скажем, перейти вместе, завершить этот год с благодарностями разными. И я думаю, что у всех найдется... Да мы вообще все такие быстрые, скорые, у всех найдется какой-то там, не знаю, номер, мы все можем проявиться и устроить такой капустник, квартирник и хаус какой-нибудь, пати, вечеринку, да, вот, поэтому почему бы да. Друзья, давайте по всем своим знакомым распределим или вообще по всех своих сетях, кто может, дайте такой... как бы призыв, такую информацию о том, что автономы, культурные автономы, которые ничего не будут, как говорится, трогать однозначно и только могут улучшить ваше пространство и территорию, ищут на заплыв, например, хотя бы там дня на 3-5, да, вот хотя бы так. Вот. Да. Там, если хорошо пойдет, если мы понравимся, то мы можем и задержаться, конечно, если нас будут спрашивать, да, вот, долго просить, устрою вахту, вот, то есть, друзья, на самом деле будет с нами интересно, познавательно, и, естественно, хозяева будут включены во все процессы, правда, Светочка, это мы обещаем? Да. Ну что ж, это хорошая тема, я вижу, что часто